Добрый день, друзья! С вами Татьяна Чернова, и в этом видеообзоре я расскажу вам, как создавался коллаж «Девочка с чайками». Исходник модели был предоставлен фотографом Анной Гиллеспи. Остальные исходники взяты со стокового сайта. Я использую Photoshop версии CC, англоязычную версию. Данный урок рассчитан на пользователей со средним знанием программы. Я покажу, как из нескольких кусочков фотографии можно собрать самостоятельный фон, как вписать эти элементы, чтобы все вместе казалось общей готовой картинкой. Мы впишем модель на собранный фон моря, сделаем ретушь модели, дорисуем волосы, посадим травку и цветы, добавим чаек. Надеюсь, вам будет так же интересно, как и мне. Итак, приступим к работе. Открываем фото модели в Photoshop. Открываем фон, опускаем направляющую, обозначая линию горизонта. Точки съемки фона и модели разные. Линия горизонта фона выше, но мы возьмем отсюда только часть берега. Море и небо будут взяты из других фотографий. По маске уберем ненужное нам. Открываем фото моря. Трансформируем его, сопоставляем по линии горизонта, которую мы обозначили направляющей. Копируем этот слой. Инструментом лассо выделяем часть и трансформацией тащим его влево, заполняя пустоты. Еще немножко трансформации. Открываем фото неба, немножко поправим цвет и затемним. Также тащим его, трансформируем, заливаем черной маской и проявляем в нужных нам местах. Немножко цветокоррекции. Поправим Selective Color. Синий и голубой цвет моря. Еще добавим несколько фотографий неба. Также поправим цвет в Camera Raw. Немножко затемним кривой. Скроем маской и проявим. И еще одна фотография. Мы уже в режиме Soft Light. Отразим по горизонтали. Уберем ненужное. Поправим цвет.
ретушь модели. Здесь я попыталась сначала сгладить пятна и неровности плагином Portrait Tool. Применила, снизила прозрачность и по маске проявила на проблемных местах. Убрала кожу, красноту кожи на руке через Hue Saturation. Затем добавила немножко контраста на модель, кривой в режиме Luminosity. Немножко тоже снизила прозрачность. Немножко поправила цвет кожи при помощи Stylactic Color. Все же меня не устроило, как здесь работал Portrait Tool. Поэтому берем пятна через Dodge and Burn. Сверху слой Channel Mixer, чтобы максимально видеть пятна. Затем под ним создается пустой слой, переводится в режим Soft Light. Берется проба со средних тонов кожи. Цвет ставится светлый, почти белый, для темных пятен и темный, почти черный, для светлых. И мягкой кистью с нажимом до 10% начинаем зарисовывать пятна на коже. Данный метод, как мне кажется, наиболее щадящий. Он не затронет текстуру кожи. Тут главное не переборщить и не зарисовать естественные светотени. После того, как мы отретушировали кожу, можно заняться прорисовкой объемов, добавлением ресниц, волос, отрисовкой в общем. Здесь объемы я тоже рисовала на пустом слое Soft Light, варьируя жесткость кисти. Мягкая кисть для прорисовки объема на коже, кисть пожестче для прорисовки бровей, ресниц, глаз, крыльев, носа, губ. Цвет брала с кожи, более темный для теней, более светлый для светлых областей. Так как это у нас изображение в полный рост, можно не слишком увлекаться рисованием. Все равно оно будет не особо заметно. Нам нужно лишь наметить основные части. То есть глаза выделить, нарисовать немножко реснички. Немножко пройдемся по крыльям носа, по губам. Еще можно взять светло-голубой цвет и прорисовать блики, самые яркие части, но только очень осторожно на ровном слое, также варьируя нажим и жесткость кисти.
Сейчас мы займемся волосами модели. Вначале инструментом палец немного разгладим волосы, избавляя их от шума. Разглаживаем вдоль линии роста волос по краю. Затем берем кисть со следующими настройками. Цвет берем прямо с волос и начинаем рисовать отдельные пряди и волоски на отдельных слоях. Вообще нарисовать полностью волосы с нуля, особенно если это крупный или средний план, достаточно сложная и долгая по времени процедура. Я предпочитаю коллажировать, то есть брать волосы из готовых фотоисходников и дорисовывать их. Нарисованные прядки можно дублировать, трансформировать, деформировать, размещать как нам угодно. Можно также воспользоваться готовыми кистями прядей волос, сделанных самим, либо скачанных с интернета. Я лично предпочитаю делать такую дорисовку сама. Нарисовав основную массу волос, я солью все нарисованные волосы со слоем модели и буду рисовать, меняя режимы кистей. Хочу напомнить, что режимы кистей не работают на пустых слоях, поэтому мы должны слить все в одно. Режим Lighten отрисовываем светлые части, волоски и блики. Стараемся рисовать яркие блики в соответствии со световой схемой, как падает свет на волосы, чтобы не получилось путаницы. В режиме Multiply мы нарисуем тени, темные волоски. Самые яркие блики можно порисовать светло-голубой кистью в режиме Overlay, либо использовать другие контрастные режимы.